Есть у нас такой новый командующий ВМС Украины под чудесной фамилией Нейш Папа. От недавнего интервью которого, как в народе говорят, порвали три баяна в одной очень большой, и в то же время не очень солнечной стране. Говорил этот очень положительный человек. Напомним, в своем недавнем интервью изданию «Думская» о чудесном изобретении украинского гения, новом украинском противокорабельном ракетном комплексе под поэтическим названием «Нептун», и о новых американских катерах «Марк 6», которые вскоре прибудут в Украину, так сказать, на постоянное боевое дежурство, говорил и о постройке, или точнее достройке, многострадального корвета проекта 58-250 «Владимир Великий», который, по словам командующего, построит, или точнее достроит до 2023 года. На него государство уже потратило 500 000 000 гривен, сказал контр-адмирал. Корвет «Владимир Великий» планируют достроить на мощностях также Николаевского, но уже государственного завода. В сентябре 2019 года президент Украины, если можно так сказать, поставил задачу по строительству корвета «Владимир Великий». В исполнении поручения Верховного Главнокомандующего, Департамент военно-технической политики Минобороны Украины разработал ориентировочный график достройки корвета, который планировалось достроить за 4 года, то есть до конца 2023 года. Для тех, кто не в курсе, напомним, что по состоянию на сегодня, готовность корпуса корабля составляет 80%, а корабля в целом 32%. К тому же сам проект корвета нужно дорабатывать, так как с 2005 года дата его проектирования девайс морально устарел. В общем, нас очень радует оптимизм и риторика нового командующего ВМС Украины, как говорят его слова, да богу, или в нашем случае руководству страны в очередной раз в уши бы. К тому же, сама постройка не такая уж и проблема, мощностей хватает. Ранее, кто не знает, французы, вопреки скепсису доброжелателей, решили строить совместно в Украине катера на мощностях завода «Небулон», так что вполне можно и корветы достроить, было бы желание или, как говорят, политическая воля.